Казань стала самым креативным городом России по версии британского издания The Calgary Journal. Столица Татарстана обогнала в рейтинге Москву и Краснодар. На создание туристских кластеров Великий Булгар и Свияжск будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. КФУ улучшил свои позиции в рейтинге Round University Ranking. По сравнению с прошлым годом, Казанский федеральный поднялся в рейтинге на 54 строчки и в настоящий момент занимает 257 место. Это 5-й показатель среди российских вузов. Казань присоединится к акции «Свеча памяти». Мероприятие начнется в ночь 21 на 22 июня в парке Горького и завершится в парке Победы. «Сименс» готов построить поезда для высокоскоростной магистрали Москва-Казань. В немецкой компании уже провели испытания двигателя, которым оснастят новые высокоскоростные составы. Названы имена лучших медиков Татарстана. Торжественная церемония вручения премии «Акча Джеклер» прошла в День медика. 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Теперь казанцам придется платить в среднем на 3,5% больше. На установку камер наблюдения в Казани потратят 31 миллион рублей. Камеры появятся в парках, скверах, на остановках и в других местах массового скопления людей. В Казани начнут делать сувениры для искушенных туристов. Сувенирная продукция станет более качественной и запоминающейся.